Всем привет! Добро пожаловать на обзор Hyundai Accent 2011 года выпуска. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Давайте не будем терять времени и начнем. Вот такие ключи. Включим габаритные огни, аварийная сигнализация, откроем капот с механическими регулировками стекла, также зеркала, двигатель 1.6, четырехцилиндровый, 102 лошадиные силы. Тринадцатидюймовые диски. Полностью с механическими регулировками водительское сиденье. Рулевая колонка регулируется только по высоте, по вылету она не регулируется. Цифровые часы. Задний размораживатель стекла. Климат-контроль с различными зонами. Рециркуляция, кондиционер, подстаканники. Пятиступенчатая механическая коробка передач. Давайте послушаем звучание двигателя.
открывание горловины бензобака и багажника. Запасное колесо, домкрат. Антенна. Также с механическими регулировками и пассажирское сиденье. На этом обзор Hyundai Accent 2011 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и до встречи в следующий раз.